Поразил размах мероприятия. Было очень приятно увидеть ректора Московского государственного университета. Это всегда очень приятно. И сегодня не исключение. Также были удивлены приездом народного депутата Украины Колесниченко. Это мой соотечественник. И тоже была приятно удивлена его встретить на этом мероприятии. Может, то, что сегодня в мире происходит в условиях глобализации, когда вроде бы границы становятся прозрачными с точки зрения экономики, мы видим, что благодаря таким замечаниям людям, как политики, тут и там вспыхивают войны. По-моему, не было ни одной недели в жизни человечества, чтобы на территории земного шара не убивали людей. Сюда приехал, потому что считаю, что несмотря на те процессы, да, которые происходят сейчас, все-таки должен быть диалог между молодежью. Очень важно, чтобы мы не получили какой-то такой вот, как бы сказать, стены в связи с последними событиями. Потому что политики должны разбираться на своем уровне, а вот мы должны вести диалог. Были интересные площадки, в нем презентовали нам проекты в основном Росмолодежи, соответственно, и других молодежных объединений, да. Были какие-то именно обмен опытом руководителей всероссийских студенческих организаций, да, то есть у них своя специфика, у меня свои сложности, с которыми я сталкиваюсь, да, у них определенные другие, потому что у них более там масштабные, да, и более ответственность выше. Вот, это было интересно пообщаться. Вечером хорошо прошли вот именно мастер-классы, круглые столы, где ребята уже после ужина по тематике разговаривали по конкретным направлениям. Очень рады, к нам приехали представители более 15 стран, более 10 регионов Российской Федерации. Отдельное внимание мы уделяли нашим новым регионам, Крыму и городу Севастополь. Приехали ребята, для нас это огромная радость и большая честь принимать их в зданиях Московского государственного университета. Мы работали над этим сами там совместно с международной общественной организацией «Евразийское Содружество», которая базируется в МГУ. Вчера вечером мы работали до 10 часов, у нас появляются уже реальные проекты, которые мы будем продвигать и за которые Росмолодежь возьмет на себя ответственность для того, чтобы мы могли их развивать в двухсторонних, многосторонних отношениях. И сегодня утром сам ректор МГУ, академик Виктор Антонович Садовничий и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Валерьевич Поспелов лично приехали, чтобы поприветствовать ребят. Я председатель своим коллегам задал самый два вопроса. Ты пришел ко мне с проектом, я говорю, пришел просто молодежь, я государственный орган, представляю государственные деньги. Две задачи должны быть у тебя. Чтобы было понятно, чем ты занимаешься каждым конкретным человеком, который участвует в твоем проекте. И первому лицу любого государства, чтобы какую государственную функцию ты несешь. Все, если это есть, победа, успех обеспечена.